Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 18 ноября и у Айхана день рождения! Айхан принимает поздравления, у него сегодня день рождения! Как вы думаете, сколько Айхану исполнилось лет? Обязательно напишите в комментариях. Айхан качаешь на волосы. Ну, я сверлю. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, а наступил вечер, и мы отправляемся на канатную дорогу, покажем вам, как же выглядит Алания ночью с канатной дороги. Поэтому оставайтесь с нами, я думаю, что будет интересно. С днем рождения, Айхан! С днем рождения! Все, мы поехали. Хотите ли вы узнать, как выглядят улицы Алании в середине ноября, практически в 9 часов вечера? А как они выглядят? Они выглядят пустынно. Это боковые улицы, не центральные. До центральной мы еще не доехали. В общем, ресторанчики, магазинчики открыты, кое-где ходит народ. Но, конечно же, не так много, потому что на улице примерно 13-15 градусов. Ну, а мы выезжаем уже на центральную улицу. Куда мы едем в этот теплый, как вы видите, я в пуховичке, для нас уже холодный, ноябрьский вечер. Мы едем, друзья, на канатную дорогу. Да-да, на канатную дорогу. Вы скажете, что там делать вечером, там ничего не будет видно. Но мы хотим поехать, потому что ночью мы никогда не ездили, и хотим посмотреть, как же выглядит Алания из кабинки канатной дороги именно вечером. Поэтому я думаю, что вы тоже ни разу не ездили, даже если днем вы ездили, поэтому поедемте с нами, посмотрим. Может быть, там будет очень красиво. Мы уже приехали на канатную дорогу. Сейчас сложим наши шлемы в мопед и поедем. Кстати, друзья, не забудьте, у нас в Фейсбуке есть группа. Называется Алания Тюркия. В описании к видео есть ссылка. Обязательно заходите в эту группу, потому что там мы делаем прямые эфиры. Ну, не каждый день, практически каждый день. Поэтому, если хотите видеть прямые эфиры, заходите обязательно туда. Ну, а сейчас именинник. Поедем на дороге кататься, канатной. Ну, а сейчас отправляемся на канатку. В общем, у Айхана там возникли технические проблемы, но мы сейчас едем наверх. Билеты стоят. Айхан! Перепутал. Он даже вход перепутал. В общем, билеты стоят у нас 18 лир. 14 туда-обратно 18 лир. Работает до 9:30. Мы уже опаздываем. Отдаем билетик. Заходим в нашу кабинку. И отправляемся в путешествие на канатной дороге смотреть вечернюю Аланию. Ну что, друзья, мы добрались до самого верха. Посмотрите, какая здесь красота. Но мы самые последние пассажиры, поэтому нужно срочно бежать вниз, чтобы успеть в последнюю кабинку запрыгнуть. Либо придется идти пешком, что не очень хочется. Но, кстати, здесь очень тепло наверху, никакого нет ветра. Посмотрите, какая красивая крепость ночью. Ну, а отсюда на Аланию открывается просто потрясающий вид. Ночью лесенка вот так вот подсвечена. Можно прогуливаться. Просто невероятно красиво. И, как ни странно, очень-очень даже тепло. Теплее, чем внизу, представляете?
Может быть, потому что здесь холм и закрывает от ветра, и деревьев много, но очень тепло. Посмотрите, какая красота. Алания просто невероятно красива. Ну, а вот они. Берем билет, да? Тамам. Опять отдаем билетики. Тишекуляш. И садимся. Едем вниз. Зельма, красиво? Красиво? Да, очень. Очень красиво. Очень красиво. Очень. Ну, а сейчас начинается. Вау. Начинается спуск вниз. Вкусно. Начинается спуск вниз. Когда днем ездишь на канатной дороге наверх, то видишь, насколько много места до земли. Насколько высоко. А ночью, и некоторым страшно, а ночью сколько, какое расстояние до земли не видно, и поэтому кажется, что как будто ты едешь по земле, по такой очень-очень тихой железной дороге в кабинке. Айхан, опять танцуешь? Опять танцуешь, красиво, панорама очень. В общем, очень красиво, друзья. Обязательно. Классно. Если получится, приходите в крепость тоже ночью. Ben ilk defa bindim. Ben de. Yani, первый раз ночью мы прокатились, нам понравилось. Keyifli. Manzara görüyorsun, ışıklar. Sadece vakit biraz az kaldı. Можно мы не успели просто еще подняться на самый верх, поэтому там бы точно были очень красивые виды. Ну а сейчас мы идем в одно кафе, будем пить чай на пляже. Пишите, кстати. Kış saatten dolayı 9.30'da kapatıyorlar. O yüzden. Да, зимой закрывается в 9:30. Мы думали, что в 10, а на самом деле закрывается в 9:30. Поэтому мы не успели. Еще кто-то потерял медведя. Никто не признает, чей медведь. Цветочки растут. И, конечно же, в ресторанах вечером в Алании, посмотрите, полный ресторан. В Аланиях живая музыка. Сейчас придут Айхану друзья, и мы будем кушать что-нибудь вкусненькое. Сегодня Айхану можно, хотя он уже диету уже забросил. Ну, короче,
Сегодня у нас такой очень интересный день, потому что, кстати, я вам расскажу, день рождения Айхана мы планировали праздновать в Эскишехире. Но не оказалось, в общем, должны были мы ехать по делам в Эскишехир, не оказалось билетов на завтра, и мы едем только через неделю. Поэтому вот так вот спонтанно сегодня пришли в эту кафешку. Живая музыка сегодня, кстати. Очень много народу сегодня. Посмотрите, а какая панорама открывается на Аланию. Просто невероятно красиво. Здесь уже все сидят. Привет! Как дела? Хорошо. Беркер, как дела? Как дела? Окей. Посмотрите, какая панорама открывается на Алане отсюда. Очень красиво. Можно еще посидеть вот на таких вот стульчиках. А море, море, музыка, море. Просто невероятная красота. Вот так вот, друзья, мы живем в Алане. Посмотрите, какая красота. Море, музыка. Открывается потрясающая панорама отсюда на Алане. А сейчас тепло, кстати, очень тепло. А сейчас нам еще принесут вкусно покушать. Ну, в общем, приезжайте в Алани, это того стоит. О, все мешают нам веселиться. Долго будет. Наш вечер потихоньку заканчивается. Мы едем домой. Едем домой, друзья. Посидели в кафешке чуть-чуть. Поэтому, если вам сегодня понравилось, я уже заговариваюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. Айхана, с днем рождения. Всем всего хорошего. Пока-пока. Чюс. Алманджи мы помним. Он уже по-немецки заговорит. Чюс, алманджи. Чюс. Пока-пока. Пока-пока. Бабай. Görüşürüz. Türkçe. Пока. 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 Чао. Чао.